Итак, друзья, всех вас приветствую на своем канале Ювелитригон 350L и с вами его ведущий Джай. У меня сегодня на календаре 6 января 2018 года. И в этот интригующий денечек, в рождественский сочельник, я решил проведать наш птичий рынок Москвы традиционно, уже по счету в третий раз, снять обзорный ролик о нем. Ну, вы помните, на моем канале есть ролик о птичьем рынке от апреля 2017 года с ценами на различных аквариумных обитателей. Также у меня есть ночная поездка на птичий рынок в октябре 2017 года. И вот сейчас я, как обещал вам, снимаю птичий рынок зимой в январе 2018 года. Еще, возможно, сниму, ну, чтобы у меня были, так сказать, все абсолютно сезоны, сниму птичий рынок летом, в летом 2018 года. Всех вас, друзья, еще раз поздравляю с новым 2018 годом. Надеюсь, что под елочкой новогодней вы нашли свои уже подарки. Как вы видели в дороге, под одной из городских елок я нашел свой просто удивительный подарок. Дедушка Мороз, большой шутник, оставил мне мое любимое латте, да еще и пончик в разогретом виде. И выпив и съев это все, настроение мое резко улучшилось. Итак, друзья, подъезжая к птичьему рынку Москвы, я хочу начать сегодняшний ролик с напоминания о том, что в прошедшем году мы с вами отмечали 150-летие российской аквариумистики, о чем нам обстоятельно поведал на своем YouTube-канале писатель и аквариумист Сергей Михайлович Кочетов в цикле роликов-лекций, посвященных этому прекрасному юбилею. А с юбилеем вас, друзья! Поэтому я решил сегодняшний очередной, уже третий по счету ролик о поездке на птичий рынок сработать весь под этим историческим углом зрения. А поможет мне в этом рассказ Антона Павловича Чехова, который называется «В Москве на Трубной площади». Он был впервые опубликован в сатирическом журнале «Будильник» в 1883 году, в котором рассказывается об одном из первых в Москве птичьих рынках, располагавшихся с незапамятных времен на Трубной площади, рядом с которой в те времена жил Антон Павлович Чехов. Птичий рынок на Трубной площади в Москве находился, ну, не знаю, возможно, с начала еще 19 века. И лишь только во второй половине 20 века, примерно в начале 60-х годов, он был вытеснен властями на территорию другого птичьего рынка, находящегося в то время в районе Калитников, где до этого преимущественно торговали домашней и дикой промысловой птицей. И с начала 60-х годов стали продавать и всех других животных, включая аквариумных рыб. Официальное название этого рынка было «Калитниковский рынок». Москвичи его называли «рынок на Таганке», подразумевая тем, что от Таганки, собственно, и можно было до него далее добираться уже либо на электричке, либо на маршрутке. В разное время было по-разному. Эх, друзья, что же такое был птичий рынок в Калитниках, как не портал в счастливое, залитое солнцем детство для миллионов и миллионов москвичей, которые здесь проводили многие-многие часы своей жизни. Эти фотографии, честно говоря, не требуют никаких комментариев, поэтому посмотрите просто на них. Окунитесь в прошлое. И тем не менее, друзья, следует отметить, что с развитием городской среды, с развитием населения, город все более подступал к этому рынку, в конце концов его поглотил, и жилая застройка полностью его окутала. И это, конечно, было уже, друзья, совсем другая история, скорее уже зло, чем позитивное. Составляющая, потому что все-таки представьте, жить вокруг птичьего рынка, где, естественно, была и антисанитария, и гомон, и, вероятно, вонь,
И все здесь было, конечно, а самое главное, дичайшая, друзья, перенаселенность. Ну вот посмотрите на эту характерную фотографию, как вообще здесь миллионы людей еще умудрялись совершать какие-то сделки с баночками. На заднем плане мы с вами видим жилые дома. Я предполагаю, что здесь был, наверное, один общественный туалет. Соответственно, еще не было кодовых замков на дверях, вы понимаете, к чему я клоню. Нескончаемый поток жалоб, наверное, лился на головы городских властей. Мое мнение как обывателя, что это к лучшему, что его в итоге закрыли. И обо всем этом историческом аспекте существования птичьих рынков прекрасно поведал в своем живом журнале Алексей Дедушкин в статье от 31 марта 2017 года под названием «Птичий рынок в Калитниках», где содержится архив просто уникальных фотографий по истории существования птичьего рынка в Москве. И далее, как мы с вами уже и сами знаем, в нулевых годах 21 века Калитниковский рынок был закрыт, а все продавцы со своим товаром переместились еще дальше от центра Москвы, аж на Московскую кольцевую автодорогу, на современный рынок Садовод, по которому я сейчас еду. И вы видите, с левой стороны здесь находятся павильоны различных вещевых товаров, ну, в частности, верхней одежды. А вот сразу скажу, цены на рынке Садовод самые комфортные, самые минимальные. Сюда съезжаются москвичи и не только москвичи со всего города, чтобы закупиться просто хорошую, вполне качественную одежду по самым минимальным ценам. Многие это закупают просто с целью дальнейшей перепродажи. Настолько здесь низкие цены. Поэтому с моей точки зрения, с моей нехитрой точки зрения обычного посетителя, клиента, для меня это выгодное соседство птичьего рынка вместе с вещевым рынком. Почему нет? Как говорится, пока вы выбираете рыбок, кошечек, собачек и тому подобное, ваши жены вполне могут затовариться хорошей, вполне качественной одеждой для всей семьи, да и не только одеждой, и любыми другими промтоварами. Настолько здесь огромный выбор. Это целый город, друзья. Вещевой рынок. Ну что ж, сегодня я хотел бы снять не только павильон аквариумистики, посвященный аквариумистике, но и снять и павильон под названием «Голубиный рай», где торгуют настоящими голубями. А также снять, давно я хотел и обещал, снять собачек, кошечек, птичек. Вот, то есть не ограничиваться только одними аквариумными рыбками, максимально широко показать всю, значит, специфику птичьего рынка Москвы. Ну, а пока мы едем, давайте посмотрим эти исторические фотографии о том, как был устроен птичий рынок на Трубной площади под чтение замечательного чеховского рассказа «В Москве на Трубной площади». Буду читать из него отрывки. Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной или просто Трубой. По воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуется сильнее. И это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд вазов. На вазах ни сена, ни капуста, ни бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Все это прыгает в плохих самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность. «Почем жаворонок?» Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает, сколько бог на душу положит. Или рубль, или 3 копейки. Смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд со щипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой. И на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле, как за 40 копеек.
Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в до нельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах, зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу. «Положительности нет в этой птице», — говорит любитель, засматривая чужу в рот и считая перья в его хвосте. «Он теперь поет! Это верно! Ну что ж из этого? И я в компании запою!» «Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой! Запой в одиночку, ежели можешь! Ты подай мне вон того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме!» В толпе снуют чайки с петухами и утками под мышкой. Птица вся тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать вас, голубиного любителя. «Да-с, говорить вам нечего!» — кричит кто-то сердито. «Вы посмотрите, а потом и говорите! Не, что это голубь! Это орел, а не голубь!» Ну что ж, друзья, на этом пока прервем временно чтение чеховского рассказа. Вы видите, что я уже въехал, на территорию парковки перед павильоном птичьего рынка. Сегодня у нас суббота, 6 января. Видите, вся парковка битком забита, но хорошая новость, в праздничные дни парковка бесплатная. А в рабочие дни без ограничения 200 рублей. Вот. В принципе, недорого, вполне удобно. Ну что ж, продолжая историю с чеховским рассказом, считаю, что самое время нам, друзья, так сказать, через столетие перенестись в 21 век и навестить современный голубиный павильон и посмотреть, а какие же сейчас орлы, а не голуби, продаются на птичьем рынке. Ну-с, друзья, идемте туда. В павильон этот называется «Голубиный рай». Предварительно сверим часы. Сейчас 5 минут второго. Так, это пермская порода, да? Ну да, да, да. Пермские черные, пермские белые. Сплошное, да. И гривуны тоже. И гривуны. Прямикам от слова грива. Это вот гривуны, да? Да, да. Они тоже прямики? Да. Грива, ну это плохая грива, некрасивая. Не самая, да, вот. Удачная. И грива может быть, она и серая, и синяя, и черная. И... Ну да, да, и, да, да. Вот, да. Вот, грива. Ага. Это грива красивая. Когда красивая, когда есть, она ровная, все остальное. Ага. Знаете, наверное, рублей по 500, да, это? Не знаю. Ну, дерутся прямо. Они вокруг. А они именно самцы с самцами, да, я так понимаю? За территорию? Нет, гоняют и голубей могут. Что, то они глаз могут выклевить? Или как ворон ворона глаз не выклевит? За гриву. За гриву в основном, да? Спасибо, да. Интересно. Ясно. А вот классические городские голуби, да, вот похожи, да? Это что за порода? Вот наши сизари обычные. Сизари, да. Но они вот и чехи почтовые такой же окрас мать, да? Такого же. А вот городские голуби, это вообще, да, что за порода? Сизари. Просто сизари. Ну, они русские, да, сизари? Или они общеевропейские? Да, общие сизари. Что я был в Венеции, там такие же голуби, один в один, как у нас. Сизари. Ладно. Ага, хорошо. Ну, хоть скажите, вот эти что за породы-то такие? Ну, вот, допустим, беленькие. Такие симпатичные. С большими глазами, которые. А, это чайка. Чайка? Это орловская чайка, да. Орловская чайка. Да. Обалдеть. Милые, да? Да, они прямо анимешные. Ребят, это птица графа Орлова. И почем такая особь? Все, 3000 за пару. 3000 за пару. Всего. Ага. А вот классические почтовые голуби, ну, они. Вот почтовые себя. Это. Вот белые. А и белые тоже почтовые. Вот белые, ага. Черные и синие вот. Ага. Вся почта. Вот. Спортивные.
Ну, то есть, это те, у которых, я так понимаю, размах крыла побольше, да, и которые скоростные, вообще почтовые, они же отличаются. Выносливостью? Небольшой. Выносливый и в голове тут. А, чтобы летели? Нормальные спортивные голуби. Вот, а, там вдалеке. Сниму. Ну что заниматься надо, тренировать, не просто. Да, да. Увёз, то есть он к вам должен прилететь, и как там у вас метится, что он к вам прилетел за определенное количество времени. А в классических, так сказать, по прямому назначению, кто-то еще использует голубей в 21 веке, я имею в виду, именно чтобы почту достал, ну записку там, допустим, из точки А в точку Б. В тюрьме, да? В тюрьме, за границу он хочет. Ага. Здесь вот граница, вот здесь. Ага. Он голубей развел, туда отвез, оттуда ага. выпустил, все угодно. Я понял. Что корову не перетянут. Ну и сколько, примерно, такая белая стоит? Вот, белая, ну, от 500 рублей. От 500 рублей, да? То есть почтовые, они немножко подешевле идут, да, чем, вот, скажем, декоративные, селекционные? Да нет. Ну, смотря какие. Ага. Я говорю, для каких целей и зачем ага. нам нужны. Он может у вас и простой белый, вот ага. такой вот останкинский, да, да, или бельгиец, он тоже может там на 30 угу. километров полететь. Угу, угу. А что они как бы, у них лед совершенно другой. Если вы почту угу. выпускаете, то есть он у вас туда улетел, угу. даже если вы будете просто угонять да, себя да. дома, да, да. он туда улетел, он большой. А сколько расстояние вообще вот для почтовых голубей? Ну так, средняя дистанция. Вот сегодня голубь пришло, при, вот при, я отпускаю, ребята, 100 километров. Брали голубей. 100 километров летит? Это туда и обратно, может, или только в одну сторону, там должен покушать, отдохнуть? Нет, он летит по-любому. Возит, а, он домой. Только в одну, домой, все. Вот все, ребята все, сегодня привезли голубку, он сидит. Ага. Витьки привезли. Ага. Сколько, 10 лет назад брали голубей тоже с выставки. Ага. Голубь всегда летит против. Он брал и это. Ага. Сегодня вот голубка с Камчатки пришла в Москву. Обалдеть! Так это сколько? 8 тысяч километров? За сколько по времени? Ну это он продал ее туда. Ее сколько? Полтора года не было. Выпустили. Вот она пришла. Через полтора года пришла из Камчатки до Москвы? Да. Или наоборот, из Москвы до Камчатки? Москву пришла с Камчатки. А, с Камчатки. Ну а. Что, может, выпустили? Ушла. Села на другую голубей, там позвала. Опять полетели, опять ушла. Так, ну что еще, посоветуйте, что еще снять? А вон там, вон те, в самые дальние. Это вот почтовые, смотри, да? Вот, смотри, павлины красивые. Павлины даже, да? Ага. О, павлины. А павлины такие, интересно, почем? 4000 пар. 4 пара, да? Обычно как пары продают. По одному не продают, по одной штуке. Голубка тебе, да? А, 4000 пар недорого за павлинов, да? Шикарно. А вот это что за порода? Вот это что за порода? Как называется? Турецкий. Турецкий? Мне нравится, что у них эти самые, как эти, как назвать такие, как раньше были эти брюки клёш. Но турецкие, в смысле, физически выведены в Турции? Да. То есть как бы это. А вот такие вот сизари, это они же, это тоже турецкие? Кавказские. Кавказские. Ясно. Пойду еще почтовых поснимаю. А чисто белые как называются? Чехи. Ага. Чешские. А вот, друзья, почтовые голуби. Вот. Такая. Одна из самых популярных пород голубей. Сизари такие. Красивые. Thank you.
А что дороже, голубка или голубь? Ребят, без разницы. Тут смотря кому что надо. Это, если которые голуби чемпионы, если занимаются, они дорогие. Ну понятно. А которые голуби так. То есть я слышал. Я слышал, что цена может до 200 тысяч доходить. Чего? Ну, за голубя. То есть это реально, да? То есть те, которые в соревнованиях принимали участие и прочее. У нас есть последовательный бедро. Московский голубь, Киржачевский голубь. Киржачи сдают и московский клуб, они летают там годовики, которые годовики, они летят 800 кг. Я понял. Годовики двух годовики. Вот они высчитывают километраж по всем голубям. Я понял. А сколько голуби в среднем живут? Лет 16-17. Лет 16-17. Нормально. Ну да. За ними ухаживать же надо. Ну, они конечно. Они подвержены болезням и все. Конечно. Витамины нужны, корм разнообразный. Да. Пока я скажу, он не подскажу. А не подскажете еще, как павильон сам работает? Ну, вот, павильон «Голубиный рай», как здесь? Работает? Да, здесь. Каждый день. Каждый день, и основная торговля, вот я понял, по субботам до 12 часов. Ну да. С 8 до 12, да? В будний день, да. Магазин-то работает, все, лекарства. Ну, в будний, наверное, не так много людей. Не так много, наверное, народу. Ну, кто приезжает, кто заскакивает, кто не заскакивает. Кому дома скучно, да? Постоять, пообщаться. За лекарством приходит там, что надо. Ага. Здорово. А сколько в Москве вообще у нас голубеводов? Ну, я имею в виду с голубятнями. Много? Но это тысячи, да, счет? Ну, потому что их же запрещали одно время, эти голубятни. 40 тысяч сейчас официально. 40 тысяч? Голубятни, да? Голубятни именно. Это зарегистрированы. А, они зарегистрированы еще больше. Ну, запрещали почему? В дворах стояли голубятни. Ну, гадили. Мешается. Не то, что гадили, мешается там. Машину поставить надо некоторым, поэтому, понимаешь, а кто вот душой нормальный, ему подошел, посмотрел, ну, да, как да. красиво. Ну да, согласен. Ладно, всех вам благ и удачи, хорошей торговли. Ну что ж, друзья, вы сами видели, что современные голуби, орлы, что называется, выглядят и чувствуют себя, по-моему, вполне великолепно. Поэтому прежде чем рассказать вам и показать всяких морских свинок, хорьков, собак, кошечек, попугайчиков, продолжим чтение характерного отрывка из чеховского рассказа. Между вазами с птицей попадаются вазы из другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику. «Я где-то читал», — говорит чиновник почтового ведомства в полинялом пальто, никому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца. «Я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, копчик и воробей из одной чашки ели». «Это очень возможно, господин, потому что кошка битая, и у копчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут, сударь, нет». «У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покуда его выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто. Возьмет в рот спичку и чирк. Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь». Высокий, тонкий человек с бочками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, баллонку. Старуха-баллонка плачет. «Эх, велел вот продать эту пакость», — говорит лакей, презрительно усмехаясь. «Обанкрутилась на старости лет, есть нечего, и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа, на кофе деньги надобны». Но никто не смеется. Ну, хотя бы цены-то. А вот это волнистый, да, попугайчик? Ну, волнистый 400-500 рублей. 400-500 за пару, да. Или за одного? За одного. А, за одного. Да. А в каком возрасте они, просто чтобы вот понять? Ну, там же... Их же желательно до 6 месяцев брать, как я понимаю. Да их разные берут. Да? Нет. Моложе они подороже идут. А так, обыкновенные 400-500.
А это то же самое, да? Вот? Да, это волнистые. Волнистые. Ну и тут бардак такой, что снимать да это ладно, говно. Да ладно, я вас умоляю. Там, ну, мы же не на выставку. Не, ну все равно. А с какой их возраст средний? Ну, я имею в виду, вот продажный. Да вот их как? И продают и полугодовалые, и месячные, и один месяц. А живут они сколько? До 15 лет. А, ну то есть, без, ну нормально. Ну все, а то мне раз. Продали? Да, конечно. Только что, да? Вот этого? Нет, там это вот там. А еще один. Не-не, я так просто сняла. Просто для друзей снимаю, говорит. Сибирский, ангорский. А веслоухая почем котенок? 8 тысяч. Но он с прививками, с паспортом, да? Или так вот, как есть? Как есть. А ангорские и сибирские почем? От 1000 до 3000. Нормально. А вот классические британские с голубыми глазами, дымчатые. Вот сколько вообще на рынке стоит? Ну, попросите саму девушку. Да? А. Ну, примерно тогда же порядок. Тысяч пять? Да. То есть они дешевле идут даже, чем веслоухие. Да. А это мейн-кун. А почем мейн-кун в таком возрасте? 12-20. Ого! Слушайте, здорово. А мейн-кун это же какая-то сибирская, да, порода? Нет, с камышовым котом. А, с диким, да, с диким. Кота, а, обалдеть. А вот абиссинцы сколько? 10-15, я понял. А британцев нету вот на рынке? А, вот эти вот? И это вот. И почем британцы? 10, да, мне говорили 10. А вот это что за порода такая, похоже, с... А это вот оно же. Слушайте, ну это, наверное, дорогой. Рыжий. Я не знаю, почему она просит не мой. Я отдаю 15. Не-не, я понял, что дорогой будет. Я почему-то думаю, что британцы самые дорогие, а нет. Оказывается, мейн-куны. Нет, да? То есть, веслоухи, да? Ну, они почем у вас? 15? Это 7, этот 5, этот 3, этот 5. Ага. Но это же, стоп, это британец уже, да? Шотландский страйт. А, шотландский страйт. А, потому что веслоуха вон, я так понял, по ушам вот надо веслоухи. А, я понял. А вот это вот эти не британцы, нет? Вот же, по-моему, британец. А, тоже еще. А чисто британцев нету? Я тут так ходить, я пометил, что вы чего-то не найдете. Понятно. Ну, они, наверное, от 30, да, я говорю? Я не знаю. Ну, Макс, думаешь, что говоришь? Я своего кота питал за 2000 долларов. Ого. Это было, ну, да. Ладно, спасибо. Спасибо. Красавчики. А это, друзья, снимаю собачек в таких вот боксах. Это уже вне крытого рынка. Ну, я так понимаю, здесь уже, скажем так, прямо на открытом воздухе, видимо, основная цель сэкономить на арендной плате. Но, тем не менее, даже здесь продавцы стараются обогревать своих животных. Вы видите, их продают в таких боксах.
Посмотрите, под низом, под боксом горят свечи, похожие на такие таблетки икеевские. Вот такая оригинальная конструкция для обогрева этих боксов. Как говорится, эконом-вариант. От поднимающегося тепла, от свечей, дыхания собак, вы видите, вот все стекла запотели. А почем шпиц померанский? Какой конкретно? Ну вот рыженький. Рыженький 30. 30. А, ой, дорого. За 20. Это 20. Тимошка. Маленьких собак я вообще не вижу. 20. Нужны шубы, она у вас норковую просит-то. Так она наоборот делает вид, чтобы ее купили. И вот наконец-то я добрался до отдела аквариумистики, рыбного отдела, и продолжу чтение характерного отрывка из чеховского рассказа. Интереснее всего рыбный отдел. Душ 10 мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки, жерлинки, тритоны, большие речные жуки. Со сломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой. Их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но все же не так тесно. Эк, важная рыба карась! Держанный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он и сдох! Его хоть год держи в ведре, а он все жив! Неделю уж как я поймал этих самых рыбов, но ловил я их, милостивый государь, в перерве и оттуда пешком. Караси по 2 копейки, вьюны по 3, а эти малявки гривенник за десяток, чтоб они и сдохли. Извольте малявок за 5, червячков не прикажете ли? Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки. Ну вот на этом прервемся и посмотрим на современный отдел аквариумистики. А вот не подскажете, как зовут вот креветочника-то нашего? Слав? А полностью его, я же не Слав. Нет, ну пожилой такой мужчина. Славик. Славик. Здрасте. Хотел снять вашу точку. Вы же у нас старейшина рынка. А сколько вы вообще лет здесь? Сейчас скажу. Мне 71 уже, знаешь, был. Ага. Вот в марте был. Так. Я с 7 лет, вот минус 7, от 7 лет. То есть вы на Калитниках еще я стояли? Там, конечно, я там и здесь. А там сколько отстояли? Ну, много, я там не с тобой, я стоял там. Ну, много, да? Лет.
Не, ну вот вас все Славой называют, а как ваше полное имя-то никто не знает? Славик, Славик. Не, Вячеслав Николаевич. А, Вячеслав Николаевич, ну вот. А вы... Я с рыбы перешел на вот эти раков, ага, кареты. Ага. Китайцы замотали. Ну да. А вы Сергея Михайловича Кочетова знаете? Ну, конечно, мы все общались. Ну да, да. Он же это тоже отстоял там, да, я знаю, в Калитниках, да, тоже. Прилично. Я просто недавно смотрел его ролик. Ачев сейчас Мишка здесь. Вот сегодня был. Да? Я у него, ага, он мне привез. А-а-а. Тоже он. Ну, расскажите про ваш храм. Есть ли кубинские? Я все охочусь на кубинских. Почти нет. Вот здесь вот девчонка. Вот, сейчас. Да, очень, очень хочу. Не стали разводить. Сейчас при себе американские привезли. Ага. На них, да. Кубинцы где-то были у вас, да? Еще в России. Кубинцы есть? Где-то здесь были. А где? Синие? А, вот синие, да, да. Ну, голубые они. Вот, вот, кубинцы. Голубые, да, вот. Но они же вырастают. У меня вот такие выматывали, большие. Ну, не очень 350. Крупнее американские. Не, просто кубинские, он может где-то 28-29 держать. Он держит температуру, живет. Другие не живут. Вот я... Ну, вот я... больше нигде нет, сегодня нет, наверное. Да, да, да. Я у вас возьму сегодня их. Это 100%. У вас три штучки, да? А, четыре. А, есть, да? Там есть. Ну, я, наверное, либо три, либо четыре я возьму. Да, заберешь. Потому что это, да, спасибо. Ясно. Ну, а вы это, по вашим креветкам можете по цене сказать? Ну, вот это. Вы же сейчас на креветках, да, в основном? Да, да. Это ваша специализация? Ну, это кристаллы. Ну, вот кристаллы почем? Московские 150. Московские 150 кристаллы. Да, эти 150 тоже блюдрим. Синий, черный, шоколад. Блюдрим. Голубая мечта, да? Так, а эти редфайеры почем? Редфайеры есть яркие, хорошие, выбрали, здесь мало осталось. Ага. Яркие, которые не теряют окрас, они, да, по, да, 80 рублей. По 80. По 20 вишни, по 50. Огонь, они тоже красные, но они с рисунком на теле, они не такие. Вишни по 20. Да, 50 огонь красных называют, они, ага, постарше и поярче они, ага, но они не такие яркие. Ага. Так, а эти, а это не оманки у вас или кто вот это? Оман, оман, а, вот. А, вот. А, вот оманки, да? Почем оманки? 80, покрупнее 100 рублей. А, покрупнее 100 вот рублей. Ага. А эти 80. Понятно. Ампулярии ваши почем? 5 рублей. 5 рублей вот эти, да? Ну они как вообще, живучие ваши? Живучие, а то бывает, знаете, купите, а раз они, нет, загибаются. Почему привозные, почему-то мрут. Это не привозные, это московские. А, московские. Но они будут жить, например, 28 с дискусами? Будут жить? Будут, они ничего. Ничего, да? Потому что по-разному бывает. Некоторые дают дуба. А это мексиканский или... Нет, это, нет, не американский, не он. А, не он. Есть флоридский, ага, американский. А, вот флорид. Не-не, ну они вот здоровые. Большие, вот они здоровые. Растают. Флоридские, да, раки? Да. Ага. И это тоже, по-моему, да? Этот нет, это яби, он еще больше. А, яби, да. Яби. Вот немножко остались. Ага, ага. Вот яби, они вот синего цвета, яркие, еще ярче. Ага. Я понял. Ну а вот такой сколько стоит-то? 500 рублей. 500 рублей. А яби? Яби дорогой, 2000. 2000. Обалдеть. Хорошие, не, ну они так, наверное, и должны стоить. Они же... Малек по 500 рублей приходит вот такой, ну, заказывать, да, он 500 рублей там стоит. Ну да. Ясно. Ну я вас поздравляю, рад, что вас заснял, спасибо. Прорекламирую вас на ютубе, как старейшего продавца птичьего рынка. Ясненько. Ладно. А вы как здесь вообще вот... Не, я три дня, я пятница, суббота, воскресенье. Пятница, суббота, воскресенье, да. Ага. И где-то, я знаю, вы раненько уходите, да, где-то до трех, наверное? Ну и когда как. Ага. Раньше в пятницу в четыре уходил сейчас. Ага. Ну, ага, до пяти максимум, а так. Все понял. Ясно. Ладно, удачи вам. Все. Спасибо. Так, друзья, вот увидел своего зрителя с канала Ювель Тригон 350. Как зовут? Артем. Артем. Я приехал с Рязани. Ого! Работаю в музее в Константинове, художник. Здорово. А как вообще именно на птичий рынок? Давно его, да, знали, да, уже? У меня много есть. 7 аквариумов сейчас. Ого, часто ездите? 200. Ну, сюда редко. Сюда редко, да? Сложновато. Ну, слава богу. Да, вот так, конечно, хорошо. Ну, побольше, конечно. Ну, ясно. А в Рязани есть птичий рынок тоже? Да, но там, я
не знаю, там, клочок. Клочок, да, я там, понял. 30 квадратных метров. Я понял, понял. Вкусные. Здорово. Нормально. Основная какая рыба держите? У меня чего только нету. Циклинник со страновцами на 300 литров. Ага. Потом скалярии. Ага. Тоже на 300 литров. Ага. Белые малинезии, по-моему, 90. Ага. 120 был гусятник с черными барбусами. Здорово. А сколько лет уже в аквариумистике? 5. 5 лет. Да. Здорово. Здорово. Ну, так как я художник, все-таки, да. Эскейпы, да. Эскейпы? Ну, ничего себе. Ну, замечательно. А вот кто у нас из эскейпов-то? Я даже подписан на канале. Миша? Да. Михаил, совершенно верно. Да, с призрачным лесом. С удовольствием смотрю его, конечно, молодец. У меня в лесу тоже белые малинезии. Да. И это, ты, наверное, у него взял. Да. У него он стоит уже 3 года, а лес как будто он один только делает. Но в конкурсах участвуете? Но у него, как он делает, да. Это, серьезно, там, да? Идентично просто. Ну, молодец. Одно то, что мох втирать на камни, да. И потом месяц ждать, пока этот мох порастет. Ну да. Ясно. Я как по старинке леской намотал, и все, никаких проблем. Ну, Ювель Тригон 350, смотрите? Да. Полезный канал? Да. Ну и слава богу, будем живы-здоровы. С наступающим Рождеством! Да, спасибо, вас также. Так, а это я решил поснимать общий вид птичьего рынка, имеется в виду павильона аквариумистики. Ну, сам павильон аквариумистики у нас как бы состоит из таких рядов, проходов. А вот сейчас вы увидите, это вот снимаю корма, в том числе дискус, тетрадискус. Ну вот посмотрите эти проходы. Всего таких 7 проходов и, соответственно, на каждом проходе по 2 линии. Кстати говоря, узнал интересную информацию. На первой линии слева цена, 5000, максимальная ставка за 1 квадратный метр. На второй линии 4500 и далее, вот как я так понимаю, немного поубывающие. Вот. Но до скольки, я не знаю. Вот ориентируйтесь на эту цену, если кто вдруг захочет здесь поторговать. 5000 квадратный метр и 4500 квадратный метр. Вот. Всего здесь 13 линий. 7 проходов, 13 линий. А вот здесь же, рядом с птичьим рынком, точнее, рядом с павильоном аквариумистики, располагается такой забавный павильон по продаже. Ну, вы уже догадались, павильон мастеров самогоноварения. Вот. Прекрасная работа. Вы видите, даже азбука начинающего самогонщика. Все к вашим услугам, господа. А вот по просьбе одного из своих подписчиков канала Ювель Тригон 350L я снимаю павильон по продаже аквариумов от российского производителя Биодизайн. А вот, посмотрите, вот разные виды аквариумов, и не только аквариумов, террариумов. Вот есть такие очень красивые у Биодизайна аквариумы в стиле аквариумов акваэли. То есть уже со светом. Ну, скейпы. Ну вот, посмотрите телефон продавцов. Вот. Можно позвонить и узнать различные цены на российские аквариумы разного литража. Вот вы видите, есть на экране телевизора, показывается весь производственный цикл изготовления этих аквариумов. А вот я показываю, собственно говоря, логотип данного производителя аквариумов Биодизайн. Вот.
Как заверил меня продавец Андрей, он торгует по оптовой цене. Если брать у самого биодизайна, то будет к оптовой цене еще наценка 15%. А он торгует без наценки непосредственно по оптовой цене. Звоните, друзья, узнавайте, проверяйте, так это или не так. А вот, друзья, павильон по продаже внешних фильтров от производителей Эхайм, Джеба, с ценами на них. Также снимаю по просьбе другого уже своего подписчика, также канала Ювельтригон 350L на Ютубе. Тут же цены на фильтры от немецкого производителя JBL. Вот Эйхан Experience, да, 350. Да, это не Professional, это именно... Ага, ну и сколько сейчас такое? Ваша цена 9. 9000? Да, ваша. Ну, в смысле, розница. Нет, ваша. 9000. Ага. Продаем так. Его за 10500. А, 10500. То есть это оптовая цена. Я вам называю только опт. Опт, да, да. Ну, не, людей же интересует розница, естественно. 10500. 10500, да. Ага. Так. А, допустим, это, ну, это 350, да? Это, ну, это, я так понимаю, на 250. 257. 7 тысяч, да? Розницу 8500. 8500. Где-то разница 1500. Да. Это сколько? Этот 6. 6. И, соответственно, в розницу 7. Где-то так. В районе 7. Понятно. А вот это 250, 350 это количество литров, да, аквариум? Да, да, да. Но по факту получается, он же прокачивает больше, да, чем 350 литров в час. Он прокачивает сколько? 350 тонн прокачивает. Тонну прокачивает в час. То есть три объема аквариума, как бы, да, стандартно. Я понял. А допустим, вот профессионал семейство, вот меня интересует, вот, допустим, 250. Они же считаются получше вообще? Да, 20 тысяч, допустим. 20 тысяч, да? А на 350 литров, вот, допустим, тот же 2073, он же, по-моему, как раз профессионал. 22 тысячи стоит. 22, ага. Ну, показывайте на самый крутой фильтр с грелкой. Ну, ну да, да, а, это с грелкой. Конечно, вот почему. Это 180 литров. 180 литров можно взять вот такой, будет стоить 6500. Прекрасный аппарат. Ну, возьмите. 6500, да. На 250 маловато. А вот они чем отличаются? Ну, профессионалы поудобнее. Вот профессионал? Конечно. Поудобнее. А вот там наполнитель, вот это все остальное. Там уже ничего не подходит. Еще вот практически. Чтобы потом бегать по рынку, все есть. А флювал не подскажете, почем у вас вот этот вот здоровенный, который на 3500 литров час, да, вот этот вот? Не знаю, цен нет на него. Нету, да, на него? Нет, ну, наверное, там в районе 30, 20, я думаю. 24 где-то так. 24 в розницу. 24 тысячи в розницу. Ага. Здесь я заправляю свои баллоны CO2. Ну, как заправляю? Просто привожу сюда пустой баллон и, соответственно, тут же его меняю на точно такой же, уже заправленный углекислым газом. Очень удобно. Эксплуатировался там целая история. Ну, у вас 3 года.
Я знаю, а сервисный центр? Нам. Да? Я просто не знал, что вы акварель. Я много раз мимо вас ходил. Не, я вас не буду, я только товар сниму. Прикольно. Откуда? YouTube. С Бурга? Ютуб канал у вас нет? Есть. Дювель Тригон. Не вижу. Видели? А, отлично. Ну вот хочу тоже и вас порекламировать. Потому что я вообще обожаю акваэль, я сам акваэль пользуюсь. Вот, но не... Я креветочник-то в основном держал, у меня не было таких вот больших. А вот. Тут тоже Кондрашов, ну тоже блогер. Угу. А, я знаю Александр, его. Я знаю, я же ему писал много раз, он мне писал телефоны разных продавцов. Хороший мужик. Он несколько раз приходил. Да? Ну, я видел так издалека. Ага. Он наш второй точка. Залетал мир. А-а-а. Не-не, ну он-то уже много лет, а я-то буквально вот начал первый год. И то у меня цель-то другая. Он-то ведет форум, а я именно хочу просто для народа. У меня народ часто спрашивает, говорит, снимите эти помпы различные, аквариумы. И фильтры внешники вот просят. Вот помпу можно рекламировать, когда он называется. Да? Который? Ага, ага, ага. Это которые? Вот эти вот? Нет, которые внизу стоят, видите? Вот. Белочка, вот. А, вот, вот, вот. Вот эти, да? Вот эти новые, да. А чем они лучше, хуже? Ну, бюджетные, но качественные. Ну, на 1000 у них есть? Так может вот быть. Эти. А ну-ка. Ну, вот характеристика 800 литров, 1000 ага. литров, 1200, 1600, 1800, 2200. И почем тысячник стоит? Потому что я думаю, мне просто чем меньше места занимает в аквариуме, тем лучше. Максим, пойдем, тысяч, сколько стоит? Пока сниму тут. Да. Семьсот? Слушайте, ну это недорого. Ага. Угу. Шланги. Ага, заборники. Ага. Ага, ага. А почему нахваливают-то вообще вот эту серию, помимо цены? То есть. Надо пробовать. Все. Надо пробовать. Она не так уж раскручена. Ага. То есть как тонну бы. Тонну качает в час. Тонну в час, ага. Есть. Угу. Угу. Место занимает значительно меньше, слушайте. Выходное отверстие чуть-чуть уже, чем... Уже, да. Ну, то есть через переходник можно сделать, в принципе. В принципе. И забор... А, и вся система такая же заборника. Слушайте, ну это вещь. Но он действительно час и тысячу. Или лучше взять 1200, а по факту будет час, тысячу, да? То есть лучше с запасом. Я понял. Потому что... Сниму с сайта, да, ага. Класс. А как по имени вас? Меня зовут Навруз. Навруз, ага. Ну, вы постоянно здесь, да? Ага. В итоге, друзья, я побоялся покупать эту помпу китайскую за 700 рублей и решил взять проверенную надежную фирму Акваэль помпу 1000 литров за 1100 рублей. А это я снимаю уже теплый павильон, галерея, так называемый кубик посреди крытого рынка. Здесь, конечно, условия получше для гидробионтов, но аренда на 40% подороже. 6-7-месячные, да, они все? Да, ну, 8 лет. Есть аварийка, да? Я видел, там одна лежала. Смотри, ищу. У меня там такие. Не, небольшая, не да. Нет, у меня есть как толстый, хороший. Да? Привет, привет.
А это же у вас этот White Diamond, да, насколько я понимаю? White Diamond, белый бриллиант. Белый, да. Вот это альбинос, они просто подкрашены. Ага. Вот это красный альбинос. Ага. Просто подкрашены, это шкурм с этим, с красителем. А, я понял. А так они желтого цвета. Ну да. Ну вот почему-то вот у меня есть белый даймонд, почему-то затянутый, то есть не это не. Да, слушай. Например, Blue Diamond у меня вырос отлично, а White Diamond. Вот Blue Diamond такая же сложная рыба какая-то. Самые две загибридизированные линии. Да, 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 да. Это же, кстати, сингапурцы и вывели-то их. И White Diamond, и Blue Diamond. Самые сложные рыбы. Ага. Да, вот никогда не отгадаешь, почему-то всегда. Но многие говорят, что это туберкулез. Что если рыба не растет, туберкулез. Да, вот что где-то. Потом отказ внутренних органов, все такое. Вот не поверил в это никогда. То есть говорю, а как еще объяснить, почему не растет? Это связано только с кишечным пищеварением. Что у них от гибертизации, ну, очень загибертизированные линии. Очень сложный процесс пищеварения. Эти два мои. Хорошо, пожалуйста. И только из-за этого. Туберкулез — это настолько бред. Это самая простая отмазка сказать, что это туберкулез, да, когда ничего не знаешь. Ну, да, да, да. Ну вот я читал когда, этого. Вот, значит, я вам просто объясняю. Когда вот я передерживаю такое количество, да, вирусов, вот у меня проблема бывает только с двумя видами. Это вот с синими и с белыми. Они позже всех начинают жрать. То есть они начинают какие-то подсыхать. Да. Но в итоге, когда все правильно сделать, то оно все нормально получается. То есть, ну, это ж не критично. У меня просто они росли, росли, например, White Diamond. Рос, 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 два раза вырос и остановился. И вот уже 8 месяцев не растет ни на сантиметр. Они могут и в стае просто забить, найти крайнего, да, ему не давать. Ему то есть аутсайдер просто, да, именно поэтому. Я заметил, всегда в стае есть. Обязательно, вот я отсаживаю. Техника из каждой банки, ну, маленькое количество, но я отсаживаю. То есть, а получается вот так вот сейчас, вот я сегодня просто уже перекормил рыбу, но я вам покажу. И их потом все говорят, они не восстанавливают, нет, вот я корм беру, вот видите. Вот это потом из той банки поднимается. Поднимают сюда, вот они все сухие, да? Вот по логике они должны умереть. Я сегодня четвертый раз кормлю уже. Да, кстати, вот это совсем такой какой-то. Ну, а на самом деле не. А вся рыба жрет. Да. Но не факт. Может быть, потом он раз в один момент и. Ничего не будет. Все, теперь они разожрутся здесь, и все ничего не будет. Но лучше их сухим. Вот, то есть, вот это то, что говорят туберкулез. Я их не лечил, да, ничего. Просто отсадил. Да, да, просто да, тупо отсадил. Да, да, да. Их именно и туберкулез, да. Это точно. Но вы считаете, что гексаметоз именно того, что мотыль сырой? То есть мотыль, да, в основном, я так понимаю? Ну, от фарша же не может быть. Или фарш тоже может, да. Там же в составе идет. В составе идет рыба. Я понял. Понял. Да. А вообще пролечиваете это, я имею в виду, где-то на этих, на передержке, на... А где, в области или в Москве? В Москве, да? А как вас вообще зовут? Михаил. Как точка ваша называется, чтобы ее в случае чего порекомендовать? Самая никак, редкая рыба на рынке. Да. Так, а теперь еще, друзья, несколько слов хочу сказать о семействе глафиши. Ну, это не семейство, это коммерческое название. Вот тернеции, вы их видите, яркие такие. Это выведены были в начале 21 века Национальным институтом Сингапура за счет добавления в рыбку, в природную рыбку ДНК медузы и коралла. Соответственно, ДНК медузы зеленые глафиши, ДНК коралла красный глафиши. Смешение этих двух ДНК образует желтый цвет. Вот как-то я снял этих глафиши и сказал, что просто это ребята, привезенные из Азии рыба. И один из подписчиков на моем канале меня справедливо подправил, сказал, нет, это глафиши, и я их сам в Москве развожу. Вот так что исправляюсь. Прочитал на Википедии эту интересную статью о глафишах. Вот, можно, ребята, покупать новое поколение генетически выведенных рыб. Не пугайтесь, это нормально. А сколько ему лет? Кому?
Жень, ну по виду года 3, 4. 3, наверное. А почему вот эти маленькие? По 25. А сколько ему уже сейчас? Ну вот это 4 месяца. 4 месяца, да? А эти обычные? Ну, гибриды. Так же, они по 10 тысяч. Вон, вон моторчики, вон разводные по 3 тысячи. Да. А, вот, по 3 тысячи, да? Ну это разводные, в смысле, здесь уже разводные? Или... Это и тоже мои разводные, я же показывал сейчас. А, ничего себе, вы серьезно. Не, я думал, вы так просто передерживаете. По 5 тысяч. Давно уже, а она цена в Таиланде сейчас дороже, чем у нас. Ну. А раваны почем вот эти вот? По 4 тысячи. Слушайте, ну здорово, Михаил. Ну буду знать, буду дружить с вами. Да. Это самое, прорекламирую вас. Он сильный, вообще страшный. Да. Красивая, ага. Ну это же это, как это? Платиновая, да. Ага. 2 года назад она 10 тысяч долларов стоила еще. Угу, угу. Да, слушайте, серьезно. А у вас она сколько? 200. 200. Обалдеть. 200 тысяч. А это я уже в другом соседнем павильоне решил поснимать своих любимых альтумов Ориноко. Тоже мечтаю когда-нибудь однажды купить диких альтумов Ориноко и диких дискусов. Ну, когда будет большой у меня аквариум. Пока рано об этом мечтать. Хотя мечтать можно уже. Ах, какие красавцы, пара сидит. Ну, просто красавцы, конечно. Вот сразу видно, нерестовая пара. Так, а это похоже на Артемию. Вот, выводят на упли Артемии. Таким способом видел, как на упли Артемии выводят в океанариум микрита. В больших таких емкостях из яйца. Самы различные формы. Цихлотименсис по 1500 рублей. А почему у нас вот пара, смотрю, Ориноко у вас? Вот это? 25 тысяч. 25 тысяч. Но это именно самец-самка? Это отошедшая пара. Это не просто самец-самка. То есть смотрите, как это делается. Ага. Допустим, 10 рыбок сажаются в парку. Так. Из этих 10 обычно выходит либо одна, либо, ага, если очень повезет, две пары. Это рыбки, которые потом начинают бить всех остальных. То есть это не просто самец-самка, это самец-самка, которые уже готовы к нересту. Ага. Если им дадите условия. Ага. То есть это уже именно готовая пара. Ага. Поэтому они столько стоят. Все, нет, я понимаю, дальше. То есть... Конечно, не просто, не просто так же пару создать. По 9 тысяч, это тоже Альтума Ориноко, просто не пара. Ага. Вот и вся разница. По 9 тысяч. Слушайте, ну здорово. Вот еще проверим отправились. А у вас это прямо дикари или все-таки это F1 уже? Это у нас F1. F1, да? Угу. А откуда поставка идет? Это секрет. Ну, хотя бы направление. Азия или все-таки Южная Америка? Нет, я не могу сказать. Понял. А дискусы, подскажите? Да, я хотел спросить, а дискусы Хейкеля это F1 или дикарь? Это дикарь. Это дикарь прямо? Вы думаете, цена такая, почему? Ну вот поэтому и думаю, да. Кстати, они хорошо до вас доехали. Спасибо, мы в курсе. Не, потому что я видел, когда вскрывали этот анбоксинг из Колумбии, так там рыба кверху брюхом уже плавала. Вот данные этого павильона. Кто охотится на дикарей, вот можно здесь приобретать. А в основном откуда вот всякие калабарские, каламахи-то? Каламахи – привозная рыба. Привозная, да. Но это Малайзия, да, я так понимаю? Сингапур или Таиланд?
по-разному, да, бывает? А ножи, смотрю, московское разведение. Ничего себе. Интересно. Ну это... Я даже не слышал, что у нас в Москве их разводят. Обалдеть. Класс. Так, друзья, продолжаю снимать цены на различных аквариумных рыбок. Если вы видите две цены, напоминаю, что первая цена это большая, которая сумма это розница всегда, а вторая цена поменьше это опт. Оставьте на стоп-кадр и смотрите цены, если нужно. Я у вас и брал денисонов. Сейчас вымахали вот такие огромные. Такой? Больше уже вымахали. Три вообще размером, наверное, сантиметров, ну не знаю, по 18. А три вот больше этих, сантиметров 12. Это я говорю, что у меня ваши барбусы вымахали уже огромные просто. Хорошие у вас. Мне нравится. Я вот цены решил поснимать еще периодически. У вас. Хорошо. А откуда все-таки секреты? Откуда вот именно барбусы денисоны? Сингапур или Таиланд? Индонезия? А то обычно говорят либо Таиланд, либо Сингапур. Так Индонезия вообще редко на Сингапур. Индонезия? Серьезно? Да. Ну, в Сингапуре все дорого. Дорого, да. А Таиланд подешевле. Но Сингапур там... сами перекупщики. А, Сингапур перекупщики. А Индонезия это более-менее они как бы... А Индонезия это Джакарта, да, или? Да, хрен его знает. Ну, наверное. Ну, да. Самолетом сюда, да, все напрямик. Почти сутки. Ну, все равно же ее надо же карантинить. Конечно. Карантинить, да. Ну, этих вообще 2 месяца сидят у нас сразу. 2 месяца, да? Мы этих вот всяких мелких получаем. Здорово. А карантинить на своих разводах или где-то оптовиков? Разводи. Свои, да, ну, есть? Здесь это. Московские, подмосковные. Подмосковные? Шипиловские. Шипиловские. Ну, у вас вот вся вот эта рыба, да, вся группа, в принципе, и, ну, плюс. А чисто вот московское разведение что-то есть? Ну, меченосцы, цихлиды там, скаляри. Да? Ну, это уже через месяц, как московский получается. А скаля... Вот это же черный бархат. Вот да. Я и смотрю. Я брал у разводчиков Пушкина. А, вот у него черные, хорошие такие были. А вот. Московский черный бархат. Ну вот странно, недавно купил черный бархат, а они выросли у меня огромные. И у них пошла вот эти, как это, пятна такие. То есть не чисто черные, а с какими-то разводами. Это брак считается, да? Да. Да, то есть должен черный цвет вот сохраняться стабильно. Можно у вас цены снять? А? Я к вам сейчас приду покупать мотыль. Цены, ради бога, цены можно снять?
не проблема. У нас самый дешевый. Да я знаю. У вас... Потому что производители. Да, но у вас не тоже дешевый, у вас и качество и отличное. И качество, да. Отлично. Да. Я прям с удовольствием всегда. Весь но... интернет пиздец. Да, 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 да. Все покупатели говорят, да. Так я же вас и снимаю. Да? Да, это я вас снимаю. А подскажите это... Потому что я-то не умею пользоваться интернетом. Да? Мне клиенты говорят. Ну, понятно, понятно. Понятно, я так вам и говорю. Да, да, да. А как вас зовут? Валентин Михайлович. Валентин, давно уже здесь точка у вас? Точка здесь давно, а я там 50 лет работаю на рынке. 50 лет? Да. И да. Вы еще в Калитниках, наверное, конечно, стояли? Конечно, конечно, на Таганке. Обалдеть, обалдеть. То есть там отстояли лет, наверное, 20... Я говорю, что 50 лет. 50 лет? Миллион, да. Обалдеть. Ну, я знаю, у вас же креветка речная, шикарная просто. Все, замечательно. Потому что мы не перепутали. Ну да, да, да. Это те перепутали, да, да. Будут 2-3 позиции, ну 5 да. позиций. Да, да, да. Все. Да, да, да. А да. у нас да, да. Но в основном это вот из Астрахани, да, наверное, оттуда, с Ростовской области. Ну, вы знаете, корма, как вот говорится, лес. Мы закупаем в одном месте, мебель делаем ну, в понятно, да, да. Получается, у нас нет. Мебель... Итальянская, ну, понимаете, ну, нет, вот и все у нас. Да. Ну, понятно, но я просто интересно. Сырье у нас, мы приобретаем так, чтобы оно было все, и потом мы его обрабатываем, чистим, ну, заделаем. Ну, да, да. Ну, да, да. Ну, у вас отовсюду и с Украины, наверное, есть, и а с... Украины сейчас не работают. Не работают, да? Не работают. А, я понял. Ну, я помню. Я просто обычно помню, что всегда вот с юга шла, вот, допустим, Мотыль, он весь, ну, Азовское море, да, же, я так понимаю? Я первый. Да. Товарищ, который открывал Южный Мотыль. Да вы что? Да. Обалдеть. Все были как это против. Спросите, Синеглазки. Да. Да. Кличка у меня была. Здорово. Здорово. Первый, кстати, мы ездили. На Курский вокзал, да? Да, да, да. Встречать. Здорово. Поздравляю вас. На самом деле здорово. 50 лет. Я вот только что разговаривал с Вячеславом Николаевичем Моревым. Он вообще тоже, получается, 50 лет отстоял. Старейшие просто продавцы. Ну, вот интересно, конечно. Здорово. А вы знаете, кто вот здесь вот так занимается, по-моему, вперед ногами так и пойдет. Не, ну это понятно, это уже на всю жизнь. Никуда не денешь. Вы еще достали тетю Машу, которая нас обелечила за 20 копеек, да? Да, да, да. Даже еще по... Тетя Катя, да. Ну, в общем, вы еще до нее были. Это в Калитниках кто брал за место, да, вы имеете? Контролеры. Ну, слушайте, ну там люди были как сельди в бочке. Разве это хорошо было? Когда вот так люди ходили. Люди вот так вот шли. Да, их да. Уносили, да. И еще при этом умудрялись какие-то сделки делать. Там с баночками все стояли. Ну, так продавцы вот так вот схватишься. И все, и да. И уйдешь туда. Ну, это же ужас. Там же жилая зона. Там же, наверное, ужас, что творилось. Там ну, запах такой. Антисанитария там была, наверное. Там, наверное, бедные жильцы, они, наверное, жалобами засыпали горисполком. Ну, а сейчас там толком ничего нет. Ну, сейчас, может, это и к лучшему. Я считаю, что ни в жилой зоне не должен быть птичий рынок. Все-таки, согласитесь, там... Вот видите, тут нас тоже перестраивают, здесь вот да. за счет вот этого да. развязка будет строиться. Да. А китайцы, их... Да. Надо бы их удалять отсюда. Но... Знаете, куда? Нет, ну ладно, вам хватает помещения-то. Нет, тут. Вообще я говорю туда. Да. Народ не едет. Ну, народ не едет туда, вот китайцы дальше. Ну понятно. Вот. Ну да, да, да. Ну а с другой стороны, я узнал сегодня, что основные богатые покупатели это как раз таки китайцы. Например, вот всю эту рыбу, которую в галерее продают, но дорогая, основные покупатели китайцы. Серьезно? Вот эти араваны, вот эти все. Они эти... поставщики. Нет, они и покупают. Именно здесь, да, серьезно. Вы, я говорю, вы под кого такие цены держите? Он говорит, под китайцев. Странно. Да. Странно. Да, я еще говорю, а чего они в Китай-то не возьмут? Им же выгоднее в Китай. Да. Нет, говорит, им не выгодно, им в Москве выгоднее, они тут живут. Ну, в смысле, работают, живут. Непонятно. Ну, вы знаете, вся рыба иностранно приходит, она больная. Ну, и карантинить надо, карантинить. Там и вода, да. там все что-то, да. но не стоит. Да. А вот свеженький мотыль, это у вас откуда, вот, который не заморожен? С Крыма, да? Крымский мотель. Вот тут нас полный. Ага. Ой, у вас и спирулина, смотрю, появилась. Спирулина, и что только нет у нас. А посмотрите, какие у нас мышата большие. Ну-ка.
Все ходят и заглядывают. Обалдеть! Ну, это вот мы тоже там блистируем. Ага, это для кого? Для араван, типа, да? Нет, для сов и для змей. Для змей? Да, змеи тоже едят. Да, смотрите, вот мы же их тоже так же блистируем, как эти. Ага. Вот. Слушайте, а у вас целая линия? Целая линия. Я просто говорю. Сухой заморозки? Да, это да, же да, сухая да, заморозка. Сухая заморозка, да. Обалдеть. Почему я и говорю, что у нас это все? Мы сами производим. Здесь в Москве или в Подмосковье? Все в Москве. Все в Москве. Ну да. Здорово. База имеется вот в общем. И гамарус тут у вас все, с да. мешками. Угу. А спирулина откуда? Это московские люди? Это у меня там дочь, не знаю, там где там. Вот кокосовая стружка, например, то же самое для змей, для черепах. Вот это все. Для плавающих, как бы надо их вылезать из аквариума. Класс вообще. Как у вас линия номер вообще? Первая линия 109-й павильон. Видите, написано собственное производство. Ну, слушайте, Валентина Михайловна, дай бог вам здоровья, как говорится, потому что все берем только у вас. Да? Да, я у вас уже года два покупаю. Ага, и нравится вам? Очень. Особенно креветки, я же для дискусов, у меня... Шикарно. Шикарно у вас. Вся система есть. О, вот это красота. Обалдеть. Креветка крупная, каретра. Мотыль мелкий, крупный мотыль. Маина есть. Он еще пойдет в холодильник. Ага. Во! А что за... то есть это разбито по рыбам, да, у вас? Ну, по кормам. По кормам. Ага. Все это корма. А вот дискус, например, это что значит? Это корм для рыбок. Это именно фарш вы имеете в виду? Нет, это специальный корм для дискусов. А, ну то есть на основе мотыля, наверное, да? Да. Вот ага. Мясо белых рыб. Вот мидии. Ага. Икра. Так. Ой, красота. Так это моего, по-моему, нет? Нет. Похоже на моего. Морских вот моего же тоже. На укры у нас и яйца, на это, артемии и все прочее. Ага. Вот наш фарш. А, вот этот фарш, про который вы рассказываете. Да. Но у вас все-таки мясо, да, больше, чем морепродуктов и соотношение? Не знаю. Нет, да? Вот коловратка. Ага. Ага, коловратка. Угу. Да, здорово. Такие здорово. Прекрасно. Так, ладно. Это у нас он еще тоже как эти вот выложены, видите, камеры. Ага. Вот, я такую креветку прямо у вас брал в упаковке. Да, вот Обалдеть. Это... Но креветка все-таки откуда? Тоже Крым или где-то поближе? Нет, не знаю. А, нет, да? Это вы там сани есть? Не. Сергей. Да. У них там. Я понял. Ладно. Отлично. 10, да, получается? Да, 10. Ну, прекрасно. Один большой мотыль. Мелкий. Мелкий, да, мелкий мотыль и две артемии. Ага. Угу. Так, друзья, это моя чудесная сумка-холодильник. Она же и тепло держит, если нужно. Но в данном случае мне нужен холод. Я вот учел предыдущий опыт. В этот раз уже на ночь заморозил эти брикеты с водой. Они превратились в абсолютный лед. Так что вот все будет. Мотыль тогда на меня сейчас положу. Мотыль. Так. Не, у меня все достаточно. Да? Конечно, достаточно. Артемия. Так. Ну, напишите просто для того, чтобы цены сравнить. Я же их постоянно снимаю регулярно. Понятно. Просто для того, чтобы сравнить. Подросли, не подросли. Артемий, да? Да. Брикет артемий мелкой, большой. Артемий. Да, артемий килограмм. Артемия 2, да. А мотыль 1 большой. Брикет. Креветка, да. И креветка без... Да. Креветка беспанцирная, блистер. 10 упаковок, 10 блистеров. Да. Угу.
Ага. Отлично. Так, ну вот, вывожу крупным планом накладную, чтобы вы увидели, значит, цены от 6 января 2018 года. Общая сумма 1250 рублей. А вот, друзья, принтскрин из моего же ролика от апреля 2017 года о поездке на птичий рынок. И вы видите, что за тот же объем товара цена не изменилась. Те же 1250 рублей. Очень приятно, за 9 месяцев цена не подросла. А это точка, где я частенько покупаю удобрения лаборатории «Аквабаланс». Если у вас дырки на листьях, лейте калий. Если хотите яркую окраску для растений, лейте железо. А если не хотите заморачиваться ни с тем другим, лейте микро и макро баланс. Все по 800, да, 800, 800, и, а это сколько? 300. 300, нормально. Так, тотал, железо, биоуглерод, калий еще нужен. Калий банку большую, да, калий баланс. А калий можно большую взять. Да, 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 вот он, ага. И калий тоже 800. Да? Ну здорово. Все, спасибо вам. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Вот я вас часто покупаю. А у вас линия какая? Вторая. Вторая линия и место 21. 22, да, оба ваши. Ну здорово. А растения тоже ваши? Да. Ничего себе. Ну я в растениях, конечно, не силен. Но люди спрашивают иногда. А, во, кабомба красная. Хорошо, что вы теперь цены выставили. Это удобно. Потому что все часто спрашивают цены. Я говорю, да без понятия. Не все говорят. Ну, варьируются цены. Ну понятно, понятно. Не, ну это удобно на самом деле. Сейчас я смотрю все в основном. На рыбок все цены уже пишут, все удобно. Хинодорусы. И хинодорусы. И апанагетоны. Слушай, ну апанагетоны у меня в теплой воде загнулись прямо мгновенно. Мадагаскарские. Красивый, который 25, да, блин. Ах, не сказали мне. Они такие красивые, вот эти вот. Вот такой панагетон будет в теплой воде расти. Да? А мадагаскарский нет, у него 25, но 26 предел. Вот это может 28-29 держать? Может, да? Ух ты, если бы знал, такой у вас бы купил. И почем у вас? 500 рублей. А вот этот почем у вас? 800 рублей. Слушайте. Если б я знал, я бы у вас бы покупал. А вот же, а вот кринум, да, кринум кламистратум, я помню. Да, 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 да. А почем у вас кринум кламистратум? 1300. 1300, слушайте, ну вот. А я брал, ну, честно говоря, в три дорого. Да, вот будет, век живи, век учись. А эти криптокарины коричневые такие, вот классические, есть, да? Помельче. Ага. А эти те, что покрупнее. А те, что покрупнее. И почем покрупнее, которые? 300 за корень. 300 за корень. Понятно. Ну и анубиусы почем? От 150. От 150, да? До бесконечности. А вот это что у нас? Сальвиния. Сальвиния. Ты смотри. А нимфеи почем, если есть? Ну, от 150. Тоже от 150, да? 150, ну, если большой куст, то 500-600 добавили. Ух ты. А это что за травка у вас? Бликса. Такая? А, бликса. Да, красивая. Красивая. Самолос. Тоже красивое растение. Самолос. Но это все такие не холодноводные, да, так, ну скажем так? Не, ну до 28 они нормальные. Ого, нормально.
Ну что ж, друзья, вы видите, что я провел на птичьем рынке ровно 4 часа, и я хотел бы закончить чтение чеховского рассказа. И труба – этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют. Ну что, друзья, вы видели, чем здесь реально торгуют через 100 лет написания чеховского рассказа и даже более. А все-таки мы должны отметить с вами большой прогресс в организации птичьего рынка Москвы за этот период. Появился крытый павильон, частично с центральным отоплением, хотя я, конечно, предпочел бы, чтобы он был весь полностью с центральным отоплением, с приточно-вытяжной вентиляцией, потому что, друзья, не забывайте, сейчас зима, и, слава богу, она теплая, а в былые годы у меня здесь страшно мерзли ноги, поэтому шерстяные носочки здесь всячески приветствуются. Птицы, рыбы, собаки и кошки стали содержаться в гораздо более гуманных условиях, чем 150 или даже 50 лет тому назад. Один минус, друзья, что очень далеко располагается птичий рынок. Я бы предпочел, чтобы таких птичьих рынков в Москве было два, чтобы второй был на северо-западе Москвы. Все-таки 120 километров это очень-очень далеко. Ну что ж, желаю себе счастливого пути, а вас поздравляю с Рождеством Христовым. Участвуйте все в моем конкурсе забавных и трогательных акваликов на канале. Увидимся, пока-пока!